Для рукавов я нарисовала новую схему. У нас получается по этой схеме посередине идут переплетения косички, а по краям справа и слева идет ажурный узор. Схема имеет 37 петель и 11 рядов, 12 изнаночный. Начинаем делать расчет рукава. Сейчас я вам нарисую рукав. Здесь у нас получается окат рукава. На фото кардигана рукав идет не длинный, но если вы хотите длинный рукав, вы от запястья еще отмеряете где-то 2 сантиметра. Берете сантиметр и с внутренней стороны руки до подмышки измеряете количество сантиметров. Я буду вязать рукав 3 четверти, измеряю здесь обхват руки и от этой точки по внутренней стороне тоже измеряю длину моего рукава. И у меня получается длина рукава 36 сантиметров. У меня обхват руки получается 25 сантиметров. Я не буду добавлять на свободу облегание, но если вы хотите свободный рукав, добавьте 4-6 сантиметра, можете 10 сантиметров. Сейчас мы сделаем расчет, сколько петель нам набрать, сколько рядов нам нужно провязать. Итак, для начала мы с вами рассчитаем количество петель. У меня 25 сантиметров. Записываем. 25 сантиметров. Мы умножаем на количество петель в одном сантиметре. У меня это 2.16. И у меня получается 54 петельки. Если у вас получается нечетное число, вы просто округляете. Мы будем вязать резинку 2 на 2. Нам нужно, чтобы она начиналась с двух лицевых, заканчивалась двумя изнаночными. Поэтому 54 минус 2 разделить на 4. То есть 54 минус 2 кромочные петли, получается 52 петли, и у меня делится на 4 без остатка. Если у вас делится с остатком, вы отнимаете либо 2 петельки, либо добавляете к изначальному количеству петель 2 петли. У меня внутренняя длина рукава 36 сантиметров. Нам нужно понять, сколько это рядов. Берем наш кардиган, находим место, где лицевые петельки, и измеряем сантиметром. То есть мы смотрим, сколько рядов получается в одном сантиметре. У меня получается 1, 2, 3 ряда. Итак, у меня получается в одном сантиметре 3 ряда. Записываем. 36 сантиметров. Рисуем стрелочку, чтобы не запутаться. Умножаем на 3. И у меня получается 108 рядов мне нужно провязать. В самом начале мы с вами свяжем резинку. Я буду вязать 12 рядов резинки, вы можете связать любое количество рядов. Здесь уже на ваше усмотрение. 108 минус 12 рядов резинки. У меня остается 96 рядов узора. То есть после резинки я провяжу 96 рядов, а потом мы еще свяжем окат рукава. Я не буду делать расчет, в каких рядах я буду добавлять петельки, просто в каждом шестом ряду с одной и с другой стороны я буду добавлять по одной петле. Если вы хотите, чтобы ваш рукав больше расширялся, вы можете добавлять в каждом пятом ряду. Я не буду вязать рукав слишком свободный, он у меня будет идти по руке, поэтому в каждом шестом ряду я буду добавлять. Итак, 96 рядов нам нужно разделить на 6. То есть это количество рядов мы делим на 6, чтобы понять, сколько раз мы будем добавлять петельки и сколько потом петель получится. У меня получается 16 раз. У меня получилось без остатка. То есть последний раз я добавлю петельки, а потом сразу нужно будет убирать для проймы. Это неправильно, мне нужен остаток. Что я сделаю? Я уберу 6 рядов и получается 15 раз и остаток 6. В каждом шестом ряду 15 раз я буду добавлять петельки, а потом прямо еще провяжу 6 рядов. Добавлять буду в начале ряда и в конце. Это получается 15 и 15, 30 петель, 54 петли плюс 30. После того, как я добавлю петельки, у меня получится 84 петли. Надеюсь, в этой части расчета вам понятно, но если у вас будут вопросы, вы мне напишите, я обязательно вам помогу. Сейчас самостоятельно наберите нужное количество петель, у меня это 54 петли, и провяжите резинку 2 на 2. Не забываем, что последнюю петлю всегда провязываем изнаночной.
Я набрала 54 петли, в конце оставила длинный конец нити, и мы будем сшивать, и провязала 12 рядов резинки. Из-за того, что я вязала последнюю петлю изнаночной, по краям получается вот такая красивая косичка. Я поменяла спицы, размер спиц тот же, просто другая марка. Со следующего ряда мы начинаем вязать по нашей схеме. Наша схема имеет 37 петель. Она должна быть ровно посередине нашего рукава. У меня 54 петли. Наш узор, я повторюсь, должен быть посередине. Здесь получается 37 петель. Как вы заметили, наш узор имеет нечетное количество петель. У меня 54 петли, узор должен быть ровно посередине, поэтому я добавлю одну петельку, чтобы получилось тоже нечетное количество, и получается 55. И здесь тоже одна петелька, в итоге будет 85 петель. 55 минус 37, у меня остается 18 петель. Слева и справа у нас будут лицевые петельки. 18 делим на 2, получается 9. И что получается? Здесь получается 8 лицевых плюс 1 кромочная. 8 плюс 1 получается 9 петель. И здесь точно так же 8 лицевых плюс 1 кромочная. У нас получается, мы снимаем первую петлю, провязываем 8 лицевых, потом вяжем 37 петель вот этого узора. В конце вяжем 8 лицевых и последнюю петлю всегда провязываем изнаночной. Самостоятельно провяжите 5 рядов по этой схеме, не забудьте в первом ряду добавить еще одну петельку. Я провязала 5 рядов, вот что у меня получилось. В первом ряду узора я добавила одну петлю, в шестом изнаночном ряду мы добавляем первый раз по одной петле, одну петлю в начале, одну петлю в конце. Снимаем первую петлю. Далее вот таким вот образом из изнаночной вытягиваем петельку, захватываем ее спицей и провязываем изнаночную. Мы с вами добавили одну петлю, далее все петельки провязываем изнаночными. Самостоятельно довяжите этот ряд, не довязывая одну петлю. Я не довязала одну петлю, спицей вытягиваем петельку и провязываем ее изнаночной. Мы с вами добавили еще одну петлю. Последнюю петлю всегда провязываем изнаночной. Мы с вами добавили одну петлю в начале, одну петлю в конце. И как видите, нет никаких дырочек. Все аккуратно. Если вы, например, добавляете в каждом пятом ряду, у вас иногда получается в изнаночном ряду нужно добавлять, иногда в лицевом. Если получается в лицевом, вы просто снимаете первую петлю. И точно так же с края вот таким вот образом вытягиваете и провязываете петельку. Мы с вами добавили по одной петле, вяжем 5 рядов, в шестом опять в начале и в конце добавляем по одной петельке. Самостоятельно провяжите нужное количество рядов. У меня получается 96 рядов, мне нужно 15 раз в каждом шестом ряду добавить петельки и в конце еще прямо провязать 6 рядов. Я провязала 96 рядов после резинки. Вот что у меня получилось. Давайте посчитаем, сколько раз я добавила петельки. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И потом еще провязала 6 рядов. Из-за того, что я всегда последнюю петлю провязывала изнаночной, у меня получается вот такой красивый край из косички с одной стороны и с другой. И у меня получается, я провязала 36 сантиметров, как и планировала. Я нарисовала окат рукава, здесь у меня идет середина, каждую половинку я разделила на три части, с правой стороны и с левой. Когда мы вязали пройму, я закрыла 3, 2 и 2 петли. Значит, когда начинаем закрывать петельки у оката рукава, мы тоже вначале закроем 3 петли, 2 и 2. С одной стороны и точно так же с другой. У нас получается в лицевом ряду мы закрываем 3 петли, провязываем лицевой ряд, поворачиваем на изнаночную сторону, в изнаночном закрываем 3 петли, провязываем изнаночный ряд, в лицевом закрываем 2 петельки, провязываем лицевой, здесь в изнаночном закрываем 2, провязываем изнаночный,
Ну и таким образом закрываем петельки. То есть с правой стороны мы закрываем все петельки с лицевой стороны, с левой с изнаночной. Сейчас у меня на спице 85 петель, так как я рукав разделила пополам, мне нужно четное количество петель. Одна петелька лишняя, ее напишу здесь, потом мы ее закроем в самом конце. И у меня сейчас получается 84 петли. Что мы делаем? Я разделила рукав на две половинки, мы сделаем расчет одной половинки, вторая будет точно такая же. Значит, 84 мы делим на 2. Получается 42 петли. То есть половина рукава имеет 42 петли, которые мне нужно закрыть, и вторая половина тоже имеет 42 петли. Я половину рукава разделила на 3 части, значит 42 мы делим на 3, и получается 14 петель. У меня получается каждая часть рукава имеет 14 петель. Если у вас при делении получился остаток, вы его записываете в третьей части, то есть наверху, где я написала цифру 1. В каждой из этих частей нам нужно будет закрыть по 14 петель. Здесь закрыла 3, 2 и 2, это получается 7 петелек. Я еще 3 раза здесь закрою по 2 петли. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, это 10 петель, плюс 3, 13 петель. То есть еще одну петлю мне нужно закрыть. Вот здесь получается вот в этой точке я закрываю последний раз. Мне нужно было закрыть 14, я закрою 13, значит здесь я добавлю одну петельку потом. Ну и с другой стороны точно так же. У нас расчет слева и справа одинаковый. Здесь тоже 5 раз я буду закрывать по 2 петли. Вот до этой точки. 1, 2, 3, 4, 5, плюс 3, получается 13 петель. Во втором промежутке тоже нужно закрыть 14 петель. Здесь будем закрывать по одной петельке 14 раз. С одной стороны и точно так же с другой. У нас остается третья часть с одной и с другой стороны. Тут 14 петель плюс 1 петелька с одной стороны, с другой и еще остаток 1 петля. Я буду закрывать 4 петли, 4, 4, это получается 12 петель, значит в конце получается 3 петельки, в общем получилось 15 петель, точно так же с другой стороны. 3 плюс 3 и 1 петелька, в конце я сразу закрою 7 петель. Мы с вами сделали расчет оката рукава. Этот расчет делается для любого оката рукава вот таким вот образом, просто количество петель разное. В каждом лицевом ряду закрываем сначала все вот эти петельки, потом 14 раз закрываем по одной петельке, тоже в каждом лицевом ряду. Здесь закрываем 4 петли, 4, 4, а потом сразу закрываем последние 7 петелек. С левой стороны все петельки закрываем точно так же, только в изнаночных рядах. Я вам сделала подробный расчет оката рукава, вы уже самостоятельно провяжите по этой схеме. Я связала окат рукава, вот что у меня получилось. Как видите, край у меня получился неровный, но мы когда пришьем наш рукав к кардигану, все подровняется. Итак, наша пройма, наш рукав. У проймы вначале мы закрыли 3, 2 и 2 петельки. Значит, потом мы пришьем вот эти 3, 2 и 2 к нашей пройме. А потом аккуратно пришьем наш рукав. Он получился немножко больше. Я вам все покажу в следующей части. Мы здесь немножко присоберем. Как видите, я оставила длинный конец нити. Все будет аккуратно. Я решила сделать еще одну часть, в которой подробно покажу, как я буду пришивать рукав. Сейчас самостоятельно свяжите точно так же второй рукав.